Всем привет! Добро пожаловать на берег Каспийского моря. Город Каспийск, легендарная Анжи-арена. В бане 3-4-3. Скорее всего, по такой расстановке будет играть «Динамо». Но напомню, 6 изменений в стартовом составе. В центр перевод классный. Хорошо, как взаимодействуют динамовцы, 1-0! Шикарнейший мяч на 4-й минуте! Вот я вам обещал, что сегодня будет по-голевому. Сегодня будет ярко и интересно. И бьет издали с отскоком от газона. Удар в створ. Обычно в подобных ситуациях наставники решаются что-то изменить спустя час игры. А здесь как не забили или забили? Нет, все-таки гол. Алексей Рыбин затолкал мяч. Затолкал, и это 1-1. Ну вот так. Очень сложный, непростой во всех смыслах мяч Кубани, но они это сделали. По красоте этот гол, конечно, уступает. И здесь можно продолжить атаку. Момент. Удар через себя, но арбитр мяч отменяет, потому что была игра рукой. При этом желтая карточка футболисту «Динамо». Салагов. Издали пробил. Опасно. Можно бить. А вот это голевой шанс. А вот это голевой шанс у Агабалаева. Хочет безотлагательно провести в атаке. Момент! Момент! Гаджиев 2-0! Гаджиев! Гаджиев 2-1! Я же говорил, что будет развязка 2-1! Кульминация на Анжи-арене. И все! Звучит финальный свисток «Динамо».